В селе Смирново Каинского района установили мемориальную доску милиционеру, кавалеру ордена за личное мужество Алексею Щербакову. В августе 90-го он погиб от рук преступника при выполнении задания. Тогда служил старшим участковым в самом криминальном районе Петропавловска, рабочем поселке. Почтить память на его родину приехали родственники, ветераны и коллеги. Алексей Щербаков – пример доблести, отваги и мужества для молодого поколения, отметил начальник областного департамента внутренних дел Берег Белялов. Открытие мемориальной доски приурочили к 25-летию казахстанской полиции. Дочь героя Наталья Щербакова вспоминает отца как человека, преданного своему делу.